Звание «Золотое сердце России» ежегодно присваивается активисткам женского движения. В рамках подготовки к мероприятию активистки Союза женщин из Китима изучили архивные материалы о десятках династий. На этой неделе состоялось заключительное заседание оргкомитета. В фойе Дома культуры будут работать фотозоны и выставки. Выставка картин семьи Чирва монтироваться начинается завтра. Оформление диска зала и фойе первого этажа будет 28 с утра. 26-го. Вот завтра начинаем оформление уже сцены по молодости. Перед открытием торжественной части все желающие смогут побывать на мастер-классах, которые проведут творческие объединения города, а также представители династий. За каждой делегацией закрепляется сопровождающий. На презентацию семьи отводится около 2 часов. Ожидается приезд в город автора областной акции Нинель Волковой, а также уполномоченного по правам ребенка Надежды Болтенко.